Когда Андромеда займет позицию на орбите, мы нанесем молниеносный удар по знати, уничтожим их базы и захватим власть. Ну? Что скажешь? Честолюбивый план. Ты против? Эрик, ты сам мне сказал, что в гражданской войне погибли миллионы жителей твоей планеты. Нельзя, чтобы правили бароны. Война не единственный способ смены власти. Есть дипломатия, экономика, общественное мнение. У нас нет времени. Нужно действовать быстро. Решительно. Тир сказал... Вряд ли. Тир посоветовал начать битву без уверенности в победе. Вы мои регенты. Вы должны мне помогать. И мы поможем. Но не в самоубийстве, не в захвате трона, который ты не сможешь удержать. Ты не знаешь их так, как я. Бароны безжалостны. Ты их боишься? Хорошо. И не напрасно. Они опасны. И страха не знают только глупцы. А если я не справлюсь? Моих братьев готовили к трону с рождения. Как я смогу научиться всему, что нужно за несколько недель? Эрик, единственный способ научиться лидерству – вести за собой. Я не знаю, с чего начать. Это проще простого. Узнай, что нужно людям. И найди надежный способ этого добиться. Остальное приложится. Остальное приложится.